Твой гений, ты будешь уничтожен. Застрелить его. Куда-то он убегает. Да, нет, он улетает. У нас нет оборудования, чтобы его поймать прямо сейчас. Мы достанем его. Мы еще увидимся. Ладно, побежали. Давайте скитаться по этому лесу. Ведь тут есть корабль, в который мы можем зайти. О, а вот мы и на корабле. Мы так долго работали над этим злым гением, его столько ловили. Мы устали и проголодались. Так, ладно, отправляемся в наше водное путешествие. Нам нужно этот вернуться на нашу базу и снова переделать костюмы, а то там у нас все повредилось после битвы с этим злым гением. Так, капитан корабля, как у нас там, все хорошо идет? Лисы, у нас мы будем... Нас тошнит. А чё вас тошнит-то? Да я не знаю. Смотрите, представьте, что ночь наступила. Выключите дневной свет. Типа ночь наступила. Давайте. Уже ночь наступила. Вы чё, отравились? Знаете, почему вы отравились? Потому что лисам нельзя все подряд есть. Мы всего лишь куртку ели. Да? Если как тебя даже трясёт. Ой, блин, реально, у тебя глаза какие-то ненормальные. Блин, я же ничего не кушаю, меня на что тошнит. Пошлите, Кримсон Сондер, пошлите в первый класс, будем там отдыхать. А то нам реально плохо стало. Давайте, в комнатках я сейчас тут размещу, тут что надо. Кримсон тут яйцо драконе собирается кушать, да? Ну, Кримсон тут вообще круто. Капитан корабля, вам там за кораблем следить не надо? Нам нужно срочно донести сведения о пропаже тех печенек, куда они пропали. О, у меня тут рыбы живут. Раз я еще растительности наделаю. Чтоб красиво было. Шарики надую, у нас же праздник. Бери свою воду с моей комнаты. Я что, твою комнату затопил? Затопил, вот, смотри. Ой. Ну простите, конечно. Может, а где мои рыбы жить будут, если я живи в воде? Так вот у тебя тут есть. Да научись плавать по воде, и все нормально будет. А ты сделай пока что прозрачным, видишь, шузы. Ай, моим рыбам нужна вода. Вот это, чисто когда нет, когда чисто когда у человека нет телевизора, но он его хочет. Вы что, грабеж устроили, а? Молодец, Крис, оттащи. Куда? Я тоже кушать хотел. Все в норму. Вот, блин, свою голову тоже оторвал. Ой, блин, он тебе курицу украл. Грабеж. У меня тут будет сверхохрана, так что никто не пройдет в мою комнату. На каждом шагу вас будет поджидать зэк, который готов вас убить, если вы проникнете в мою комнату. Я кушать хочу. Так, конфеты есть на все случаи жизни, так что не подохнем с голоду. Не. О, давай 4. У нас тут еще зайди. Ты какие-то турели мне тут поставила, не курицу. Как я спать буду? Ну ладно, мне и так хорошо. У меня тут и рыбки, и зэги, и конфеты, и шарики, и еды, и растительность. Все, что нужно для жизни. Давайте спать, уже ночь. Это риба. Да, это риба. У меня тут, кажется, курицу угоняют. Говорят, ой, это рыба, у тебя тут столько всего крутого. А ну-ка вышли на выход, лисы. Лисы, уходите. Нет. Ну все, тогда я вас накажу, все, не зайдете ко мне. Шш, такой злой. Зачем вам мою комнату, а? Я не правильная какая-то. У тебя там курочка была. Там же рыба вкусная. Вообще-то курицу не я съел, а зэги. Может, хватит драться, мы же команда. Мистер Ух и мистер Лисы. A few moments later. Ну что ж, я понял, что Кримсон очень большой обжор. Он съел пару куриц, моих зэгов и мою рыбу. Потому что сейчас покажу. Ну да, ну блин, знаете, в моей комнате даже шариков нет и рыбы. А он говорил, рыба вкусная. А зэги куда пропали, разбежались, наверное, увидели, как он съел моих рыб. Что там случилось, пока я так ходил? Что происходит? Мы тонем? Нет, худшие кошмары сбылись. Ах, что делать, командир? Как нам спастись? Спасай курочку. Давайте. Точно. Давай. Спасайте курочку.
Да, идем, посмотрим, что внизу было. Точно. О, тут так комфортно. Кровать вылетела. Нет. Смотри, тут сколько моторов. О, нет, уже нижний этаж тонет. Смотрите. Холодная. Бежим, бежим, бежим. Надо подняться как можно выше. Если вода прибывает оттуда, то нам нужно пойти в самый сад. И самое высокое место в самом сзади. Хоп, нам нужно подняться на самый верх. Тут кровати раздолбанные. Сондар, бежим. Авай, Кримсон, побежали. Нам нужно туда побежать. Можно дальше. Бежим туда. Кримсон, Сондар, я знаю, куда бежать. Нам нужно в самую даль пробежаться. Давайте понажимаем на эту кнопку тревоги. Может, нас кто-то спасет. Помогите! Я передаю сигнал. Давайте плот сделаем. Плот туда. Давайте. Давайте, плот, плот, плот. Ой, он тонет. Блин, какой-то дурацкий у нас плот получается. Давайте вниз, вниз. Поплыли, Сондар. Поехали. Сондар, ты сейчас упадешь и все. Капец. Не тони. Где Гримсон? Он плавать хоть умеет. Под водой сидит. Ладно, я думаю, пока что самое безопасное это находиться на корабле. Мы пока еще не утонули полностью. Время пить газировку. Кока-кола. Ура! Ой! Что-то мы жестко тонем. Моторы начинают загораться. Что последовало серии взрывов. Все, мы утонули, нет! Быстро! Мы еще не утонули, я этих, блин, лисов схватил, бежим отсюда. Вы знаете, мне холодно вообще-то. Вода холодная ночью. Ты в кофте, плыви. Ага, а у вас мех есть. Вам меня не жалко, я тут, значит, тону. Ценой своей жизни вас спасаю, а вы там сидите, кайфуете. Да ты плаваешь со скоростью моторной лодки, ты чего? Какой моторной лодки? Я что делаю? Инструмент какой-то? Да, вода еще холоднее. Я бегу к берегу, вы чё? Ура, мы выжили. Все, слезайте с моих плеч, достали уже. Ура, мы спаслись, хоть и этот корабль потонул, но мы выжили. Нам нужно найти место, где мы будем находиться. Давайте, прыгаем. Бац, 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 ба-ба-ба-ба-бац. А лисы так не могут, ха-ха. Лисы, перебегайте весь остров. Ой, я залез. Может, ты об его голову залез. Давайте, нам нужно пройти дальше. Ай. Восстановить хп и дальше пройду. О. Живи, живи. Ну, где мы оказались? Где мы оказались? О, тут палатки. Тут должен быть отель, наверное. Вы чё, зря шли? Тут должен быть отель, пошли, Кримсон, Сондар. Побежали. Лисы, вы чё такие быстрые? Помедленнее. О, а вот и отель. Правда, он очень старый, средневековый, и говорят, что там много людей погибло. Но мы-то крутые, мы выжили. Ух, первый? Окей, я согласен.